Это тот самый случай, когда можно было увидеть, где у России еще сохранились рычаги влияния. Ну, в частности, допустим, грузинские делегаты, они очень довольно внятно и ясно показали насчет реальных внешнеполитических ориентиров нынешних грузинских властей. Все совершенно очевидно. То же самое можно про некоторых членов украинской делегации сказать. Я не знаю, что еще должна сделать Надежда Савченко, чтобы поставить вопрос о ее как-то смене ее статуса, скажем так. Потому что, представляя Украину на международной арене, это выглядит просто даже... Ну, уже не смешно даже просто. Одно время это было смешно, сейчас уже перестало быть смешным. Тем же успехом можно ПАЗе отправить Захарченко или Плачкович. Кого будет то же самое, примерно. Выглядит это будет не менее нелепо, но и не более нелепо. Точно так же.